Электрогриль с 6 автоматическими программами и возможностью разморозки продуктов. В этом видео мы распакуем электрогриль Domfi с индексом DSM и G703. Гриль поставляется вместе со съемными панелями, поддоном для сбора жира, вилкой и пользовательской документацией. Корпус прибора металлический со скромными габаритами 35 см в длину и 33 в ширину. В его нижней части нескользящие ножки. Ручка одновременно является панелью управления и раскрывает створки до 180 градусов. Обратите внимание, крышка имеет плавающий фиксатор и адаптирует свое положение под продукт любой толщины. Внутри гриля расположены две съемные нагревательные панели с рифлением и антипригарным покрытием, что позволяет вообще не использовать масло и способствует легкому мытью. Отсоединить их можно нажатием специальных кнопок. Во время приготовления лишний жир стекает по желобкам панели в поддон. Сенсорная панель управления находится прямо на ручке. Она состоит из интуитивно понятных картинок. Пользователю доступны 6 автоматических программ для приготовления птицы, сэндвичей, колбасок, мяса, рыбы и котлет, режим разморозки, а также можно выбрать желаемую степень прожарки от Rare до Well Done. Для опытных пользователей здесь имеется ручной режим. Определить текущий уровень готовности блюда позволяет световой индикатор, а о достижении рабочей температуры и готовности блюда вас оповестят звуковые сигналы. Помимо двухсторонней жарки, этот гриль можно использовать в режиме барбекю. Нужно лишь зафиксировать верхнюю панель под углом 110 градусов, и она не будет участвовать в процессе. Этот электрогриль – отличное решение для тех, кто любит готовить дома. Прибор позволяет быстро поджарить стейки, овощи или морепродукты без использования масла. А простое управление и автоматические программы позволят творить шедевры даже без специальных навыков и умений.